Давайте начнем утро вторника со свежих сплетен. Давайте поближе. Сейчас я вам расскажу интересные вещи. Недавно казахстанский рэпер Джахалиб поделился сразу с несколькими хорошими новостями. Музыкант выпустил новый мини-альбом «Мудрец», в который включены 6 треков. В одной из песен рэперу подпевает его супруга. Оказывается, Бахтияр Мамедов женился летом 2020 года, но долгое время старался это не афишировать. По словам артиста, этот альбом считается самым романтичным из его работ. Фанатам артиста не терпится увидеть его избранницу, о которой он воспевал свои чувственные и лирические песни. Что тебе тошно? Все, кто подозревал в размолвке Сеймо и Шарипа Селика, теперь окончательно убедились в том, что они расстались. Пара официально развелась. Об этом рассказала сама Сеймо и выложила документ о расторжении брака. Также она назвала свою свекровь абьюзером и считает, что именно она виновата в их расставании. Сам Шарип Селик пока молчит, а Сеймо активно готовится к своему камбэку. 9 февраля она выпустит новый трек. Айгану Джалилова, которая прошла многоэтапный кастинг в новую южнокорейскую группу Альфа Рэй, и которые особенно гордились кип-оперы страны, расторгла контракт с лейблом. По словам юного артиста, на это было несколько личных причин. Но сама Айгану уточнила, что в скором времени нас всех ждет хорошая новость. Миссис Вселенная Жулзаду Каримова радует своих подписчиков свежим контентом. На своей последней фотосессии в Египте дива предстала в образе Нефертити. Ее перевоплощение понравилось подписчикам. Ее пост собрал более 400 тысяч просмотров. На фотографиях и видео все действительно идеально. Не хватает только одного – Кайрата Нуртаса в образе фараона. А в эту субботу вышел тизер к новому клипу Димаша Худайбергена «Golden». По словам создателей, клип действительно будет золотым и будет отличаться от всех остальных его работ. Но точная дата выхода видео пока неизвестна. Композиция доступна для прослушивания на всех музыкальных платформах. Меня зовут Инглик Школова, на этом пока все. Я пошла снимать тиктоки, а вы продолжайте смотреть Tango Studio.